800 долларов за растаможку. Правоохранители задержали замначальника одного из таможенных постов Одесской области на горячем. Чиновник-коррупционер требовал от представителя предприятия несколько сотен долларов за это. Обещал беспрепятственное оформление двух контейнеров с товаром. В прокуратуре выяснили, что ранее этот таможенник таким же методом помогал оформлять 5 контейнеров уже за 2500 долларов. Прийшла людина, поскаржилась, від якої неодноразово дана особа вимагала винагороду за те, щоб безперешкодно прийняти законне рішення по митному оформленню контейнерів. І дана особа звернулася в органи прокуратури за захистом. По цьому ділу начато уголовне производство по статті «Получення неправомірної вигоди».